Непринужденная обстановка в фойе старейшего самарского кинотеатра маскировала волнение конкурсантов 8-го кинофестиваля документального кино «Соль земли». Историк Алексей Наумов первый свой фильм снял случайно, собирал материал для книги, а потом родился сценарий. И сразу головокружительный успех. Картина получила призы на нескольких кинофорумах. Кустурица награждал в Сербии, потом был фестиваль в США и Армении. Фильм «Медем» – история немецкого православного священника, пострадавшего от советской власти. 15 лет назад церковь причислила его к лику святых. Судьба его очень интересная, потому что он был изначально лютеранином, и только в годы Первой мировой войны, когда увидел, что смерть и враг с ним одной национальности, немецкой крови, он принимает решение воссоединиться с русским народом и принять православие. И через несколько месяцев случается революция. От национальной идеи до семейных проблем самарский кинофестиваль не боится ставить, а документалисты – давать ответы на актуальные вопросы современного мира. Современное кино, оно очень тактично и в то же время смело подходит ко всем вопросам, но при этом остается верным своему главному назначению. Все-таки своего зрителя нужно возвышать до каких-то высот, а не стараться его опустить в яму. Конкурсное жюри оценит почти 200 работ в 5 номинациях. Награды найдут талантливых режиссеров и операторов. Документальное кино представили и самарские авторы. Не случайно, что на самарской земле развивается и завоевывает любовь зрителя такое важное мероприятие, цель которого – рассказать о русской самобытной культуре, способствовать сохранению духовного наследия страны и открывать миру новые имена талантливых кинодокументалистов. Я хочу отметить, что в рамках этого фестиваля будет показано 5 фильмов, сделанных самарскими режиссерами. И это свидетельствует о большом потенциале наших кинематографистов и высоком уровне мастерства самарских авторов. Гость фестиваля в этом году – актер и режиссер Сергей Никоненко. Народный артист привез показать вне конкурса свой новый художественный фильм «Охота жить» по мотивам рассказов Шукшина. Со сцены мэтр театра и кино просто так не ушел, прочитал рассказ «Верую», а Самарский литературный центр Василия Шукшина вручил Никоненко медаль. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.